Доброе утро. Собираюсь варить кофе. Это очень редкая процедура теперь. Раньше каждое утро. А сейчас довольно-таки редкая. Сегодня было по плану сбегать до фикс-прайса, но не знаю. Или я. Еще что-то приготовить. Я вчера курицу купила. Хотела сегодня сделать плов. Ой, чем не сегодня. Хотела сделать плов из курицы. Привет. Кудряшка, иди соберись. Вот я лежу, и она играет там в телефон, ничего не оделась и ничего. Надо лицо намазать, что лицо все постянуло. А... Так, водичка закипела, я сегодня хочу попробовать эти сделать. Ветчину вчера покупала, у меня есть сыр. Хочу хлеб с ветчиной и сыром. Варюха не любит ветчину, говорит, я так не буду, буду есть хлопья. Ну-ну. Ешь хлопья, я что сделаю? Не хочешь сыр, она тоже, ну, может, просто сыр поесть, конечно. У нас сегодня на улице прям тепло. Мне градусник показывает минус 3 всего, так что можно идти гулять. Мне в фикс-прайсе вообще нужно посмотреть эти мишуру нужно посмотреть, потом штучки одни я придумала, нужно их посмотреть. Есть ли они там или нужно будет их заказывать на Валберес. Или на Озоне. Надо, кстати, Озон проверить. У меня там миллион посылок с Озона. Вот я... Да что ж ты, господи, ты уже давай это, включись. Сейчас кофе закипит. А, нет, успела. Обычно кофе успевает закипеть, а горелка не успевает включиться. Не знаю, почему у них стал датчик так клинить. Фирма дешманская. Я покупала самую дешевую эту панель, дексовскую. Я вообще их не люблю. И вот результат. Щелкаешь, щелкаешь она. Как на затухание вот это же стоит датчик, и он, видать, плохо работает. Пойду я лицо намажу все-таки. И сегодня ночью опять работала. И, короче, не могла уснуть. А потом тут у меня был включен телефон. И я такая смотрела на графике. Ну и пока смотрела... Там интересный момент, начался, думаю, ладно, поработаю. Короче, доработала. Два часа уснуть не могла. В четыре доделала все. Ну ладно, посплю, проснулась в шесть. Короче, нифига не спала, надо сон как-то налаживать. Потому что потом я Алену отправляю, встаю в семь, отправляю Алену и ложусь полежать, вот это вот, полежать дурацкое. И все, я как разбитая. Весь день у меня... Я и ночью не сплю, и утром я не сплю практически. И вообще получается не очень хорошо. Губы все опять полопались. Что-то какая-то прямо шкура отваливается. И вроде на улице нигде не хожу, а обветривать негде. Но при всем при этом они полностью меня облажат. Не знаю, что с ним происходит. Никуська! Кошка такая забавная. Я ее вчера намазала, смотрите. И она смотрится, как будто здесь мокрая. Где моя девочка? А ты девочка. Девочка хвостиком виляет такая. Алёся. Привет. 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 Рыженький мой. Вот она красивая такая сидит. Вот смотрите, как у нее шерсть. Чу-чу-чу. Девочка пришла. Здравствуйте, девочка. О, заплетаться, когда не хочешь. Что можно сделать? Одеть вот эту фигню. Угу. Все, планшет дождаться не можешь. Вчера сдвинула, у него зарядка что-то поломалась. И там нужно поправлять, чтобы он заряжал. Сколько там процентов? А, не пока. 78. А, она вчера там подвинула. Он, короче, выключился даже. Не заряжался. Вот она теперь ждет. Я сказала, пока достань, не зарядится никаких. Никаких. Все. Все, мы собираемся кушать. Покажу вам красавчика. Ой! Ну, зато посмотрите, какая у нас классная погода. Хотела голубя красивого показать. Он такой окрас интересный. Ну, показала погоду. Это уроки. Ага, не хочешь свои закорючечки показывать? Ага. Сегодня поздно делаем. Сейчас, пока она делает, я буду готовить плов. Давай, все пиши, не буду снимать. Мы сделали уроки с Варюхой.
Я пока наделала, я поставила варить плов. Я уже доварила, все закидала. Я в мультиварке варю. Сейчас он там сам доваривается. Я беру, обжариваю сначала на жарке. Обжариваю мясо. Добавляю туда лук-морковь. Все это обжаривается. И потом засыпаю рис. Вставляю чеснок, заливаю водичкой и ставлю на крупу. И потом 25 минут он там варится на крупе, потом еще 20 минут должна на прогреве простоять, на подогреве. Тогда будет идеальный плов. Вот, а я все-таки собралась, пойду схожу в Фикс Прайс, пока на улице тепло. Хорошо. Соденусь, быстренько сбегаю. Еще сегодня поняла, четверг, я голову мыла во вторник. Но голова у меня уже грязная. Я не понимаю, почему, то ли от кератина, но голова стала очень сильно грязниться. Что не есть хорошо. О, даже есть тушь. Я решила вспомнить, что такое ресницы. Накрасить их. Бегаю в Фикс Прайсик. Хочу там один магазинчик забежать, посмотреть блузочку себе. А, ресницы все вообще. Забыли, что их красят. Поэтому нужно сделать вот так вот. Вот такие вот манипуляции. Подогнуть их. Иначе я их просто сейчас не соберу. Все. Никак я не уйду, короче, из дома вышла. А дочь у меня возвращалась со школы и должна была забрать. Мама передала соленья. Она, короче, забыла. Смотрите, какие красивые. Это нам к плову. Она забыла, я пошла за соленьями. В итоге пришла с соленьями. И смотрите, еще с чем. И пришла. Та-да-да-даум. С чайником. У меня теперь есть чайник. Сейчас будем смотреть. Мне тетка, представляете, чуть с кипятком его не положила. Она проверяла и забыла кипяток. Вылить такая, пакет одевает. Я говорю, а что вы нам с водой? Она такая, ой, заболтали меня. Я говорю, представляю, с кипятком бы мне отдала. Хотела кипятком торгануть. Сейчас покажу. Дорогой, ну и не дешевый. Короче, понравился. Хотела прозрачный, как у меня и был. Мне очень нравится прозрачный. Но в этом меня привлекло, знаете что? Смотрите. Сейчас пар выйдет, он еще горячий. Дно. Там все завальцовано. Видите, как сделано? И двойное дно, что дольше будет держать тепло. Вот такой он красивый, бело-серенький прям. Такой красивый. Все, теперь... У меня благодаря моему папулечке есть чайник. Они там с мамой наезжали на меня. Спасибо вам, дорогие родители. Вот, у меня теперь есть чайник. А маме на соленье это вообще отдельный вид искусства. Посмотрите, как красиво смотрится. Баночка запотевшая. Там такие маленькие помидорки. И огурчиков дофигища. Малюсеньких. Сейчас я сбегаю в Фикс Прайс и буду вкусно пошла. Мне все-таки Фикс Прайс. Погода вообще огонь. Прям вообще так тепло, кайфовенько. Что-то интересно, так почистили этот тротуар. А переходить, где пешеходник, там просто завалили его и все. Тоже лопатой будет чистить. Ой, солнце прям слепит. Смотрите, сейчас покажу. Здесь вот так вот зачищено. И на тротуар переход то же самое. Вернулась с Фикс Прайса. Дети. Меня ждали, не ели, сейчас будем кушать. Я сейчас быстренько покажу, что купила. Там ничего мне, что-то ничего. Перестали радовать меня магазины, ничего мне не нравится. Я только устала, капец, как сильно. Сейчас покажу, что купила. Фикс Прайс, это в низкоцене. Взяла манго, взяла порошок, потому что в Фикс Прайсе почему-то он дороже получился. И взяла, это тоже в низкоцене. Фикс Прайсе 59, а там по 39 были. Так, а, ну и хлеб тоже с низкоцена. Теперь Фикс Прайс. Взяла вот такое мыло. Девчонки уже поржали. Джуси крем. Это нам в ванну кончились. Так. Зубные зубочистки. По цене, кстати, зашла в низкоцен. Там у них тоже 100 штук. Цена такая же, только там каждая упакована еще. А, нет, там 100 штук, а здесь 200. Ладно. Так, это взяла... У меня кончились, давно все забывала про них. Пилочку. Надо все свои выкинуть, одну оставить.
Шоколадки взяла просто так. Так, это я взяла торт, буду делать на Новый год. И добавляю в сливки вот эту штуку. Он такой сразу, вкус меняется, у него очень вкусный становится. Так, взяла себе новую лопаточку. Мои что-то совсем плохие, это прям такая, мне так понравилась она. Так, новые зубные щетки. Троим. Какие-то вот эти, какие-то новые. Будем пробовать. Так, это салфетки. Очень удобно, мне нравится в коробочке не пыляться. Так, и там нам на Новый год нужны были для конкурса подарки. Вот взяла кое-как, нашла кружку. Короче, у нас должны быть подарки до 100 рублей. Вот нашла кружку. Нет, этого не рви. И нашла вот такие скетчи для заметок. Тут, короче, специальная палочка, и на ней скребешь, пишешь. Так, и купила, а это я купила мальчишкам. Вот такие штучки. Сейчас покажу, как они работают. Вот такая вот штучечка. Он прям такая, это кожаная типа. Сейчас мы вытащим. Алена, помогай. Сейчас Алена вытащит кубик. Тут вот такая штучка золотая. Ну-ка, на вид. Ну, нормально, я уже, мне показалась ободранная. Мы ее ставим так. Ой, как она. О! И она вот так вот делает. Ну, типа антистресса. Ба, у меня что не получается. Она должна шагать. Что-то я не так делаю, подождите. Просто не знаю, как они работают. О, а вот эти кубики. Ну-ка, сейчас кубик откроем. Видела? Это, короче, золотые, у них грани больше, а у этих меньше. Вот это точно видела, что вот так должен. Просто его толкаешь, и он типа шагает. Че они не шагают? Да как они вообще работают? Да подожди ты. Короче, походу нужно разбираться. Они такие тяжелые прям. Ну, в общем, меня не получается. Я не помню даже, что я сегодня снимала. А, я с фикс-прайса, наверное, пришла и больше ничего не снимала. Мы ничего особо не делали. Играли с Варюхой в карты. Алена у нас весь вечер проспала. Сейчас сидит, делает уроки. Да, я спала целых 3 часа, наверное, не два. Классно. Заспать не хочу. Не мы с Варюхой поиграли в карты. Она меня ставила сначала дурочкой, потом мокрой курицей. Потом с ней в карточки играли, угадай, кто я. Короче, поиграли. А тут она все всякую фигню придумывает, надо идти мыться, а она тут на стульях собралась кататься. Мамочка глядя. Давай, разбирай стул. Только-только между нами, ничего. Да. Хочется спать? Да. Все, бегом и мыться. Марикушка сейчас поедет на то, что... Все, давайте с вами будем прощаться. Всем спокойной ночи, всем пока-пока. Пока-пока.